Привет, привет, мои дорогие. Как у вас дела? Все хорошо у вас? Так, сейчас я сделаю здесь обзор получше. Так, мераба, насосас и. В общем, решила сделать блины. Блины, знаете, какие? Бабушкины. Не такие. Вот у нас есть такое, знаете, тхумпошкал называется. Это уже по-уйгурски. Там блины совсем другие. Вот вы не представляете. Я люблю эти блины именно. Но сейчас пробую их делать. Их делает моя мама. Вообще шикардос. Так вкусно. Извините за шум. Это у меня потому что дверь открыта. Вот. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Krep yapıyorum ama annelerimiz yapan krepli. Onlar da biraz farklı, biraz kalın oluyor. Hem de yiyorsunuz böyle güzel yani. Ben seviyorum böyle krepli. O da yapmaya çalışıyorum. İnşallah benzeyecek. Ну, такая вот она с дырочками получается. Ну, потом такая, потом что-то другое. В общем, хочу, знаете, мягкие толстые блины. Вот честно. Это, наверное, делают только наши. Называется, вот как я уже сказала, хомпушкал называется. То есть это совсем другие блины. Они такие толстенькие, да, я уже сказала, такие вот прям шириной и мягкие. И вообще шикардос. Мама еще их делала с луком. Это так вкусно. Но я сюда добавила сахар. Я думаю, что теперь уже лук добавлять точно, наверное, никак не подойдет. Не знаю. Сладкий, может, сладковатый, наверное. А потом сладкий с луком, да, вообще офигенно просто. Ха-ха. Hi there, hello, how are you? Вот, я хочу сделать такие блинчики. Не знаю, прям хочу. А еще замариновала курочку. Сегодня буду печь. Ифтара хазрлык япыйорум. Они немножко другие. Вроде рецепт такой же, да, вроде бы, но и в то же время он немножко другой, вы знаете. Мне так нравятся они. Я не знаю, я так по ним скучаю. Вот именно вот как мама делает. Я обычно делаю тонкие блины, да, вот эти. Ну, обычные стандартные тонкие блины. А это уже другое. Это родительское что-то. Вкусное. А, вот сейчас я вам покажу. Такие блинчики получаются. Ну, я думаю, что, дай бог, получится, как у мамы. Я такая размечталась, конечно, но думаю, что получится. Вот. Canlarım annem gibi yapmak istiyorum ama bilmem olacak mı olmayacak mı. Anneminki biraz farklı. Kalın oluyor hem de zaten yumuşak da ama biraz kalın oluyor. Öyle seni çok seviyorum ben. İnşallah benzeyecek. Ну, что-то одна сторона не очень похожа на мамину, честно скажу. Это у меня почему так получается? Потому что не сильно, когда я наливаю жидкость, она не сильно, как его там сказать, горячая, наверное, я думаю, поэтому. Думаю, как у мамы. Не знаю, там у меня немножко сахара есть. Лучок так хочу добавить. Он там лучок у меня помытый лежит. Прям хочу, знаете, у мамы с луком получается так вкусно, так шикарно, в общем. Шикардос. Вот. Ну, я тут немножечко так решила сделать, чтобы, наверное, не знаю, сколько выйдет. 10 даже не выйдет, наверное. Вот так вот. Ну, что, какие у вас новости? У нас сегодня погода пасмурная. А вот, hava durumu pek iyi değil ama iyi yani. Yağmur,
Я для собак. Вот. Насчет сладкого не знаю. Прям добавлю лучок, наверное, все-таки попробую сучков. Зря я сахарочка добавила так приличненько. У меня просто творог, я его с сахаром, с йогуртом сделала и думала, закручу их. А сейчас что-то я закручивать особо уже не хочу. Хочу так, по-маленьки. Вот и заканчивается пост. Иншаллах, дожить до следующего поста нам. Да? Думаю, надеюсь, конечно, надеемся с вами опять так же вместе провести эти дни. Священный Рамадан. Вот. Ну что, не буду так такое. Хочу нарезать все-таки этот лучок. Ну что делать? Тут осталось на две или три штуки. Может, с лучком их сделать, да? Сейчас попробуем их с лучком. Вот это дело прикрою. Вот. Сейчас приготовлю. В общем, с лучком сделала. Не знаю, сахарочек, как там будет работать у нас. Не знаю, хочу с луком и все. Суан близит этим чудесным стю суан, да? А мен суан бы я пожак хочу. Вся лула, да? Без таки бахала на слово. Да. Ну что здесь на три штучки только? Лучком, думаю, можно. Вот. Вообще с луком очень вкусно. Если сахар не добавлять в блинчики и сделать с лучком, очень вкусно получается. Вот у меня мама так делает. Реально. Джаным суам, блин, все пильно. Canım çok farklı bir şey varmış diyor. Ne oldu ki bize acaba? Değil mi? У мамы обе стороны одинаково практически получается. Но вот у меня в этот раз что-то не получилось. Там, знаете, он такой, я не знаю, как она его делает. Не спрашиваю. Вроде говорит так же, как и обычные блины. А получается совсем не то. В общем, совсем не то, честно. Раньше делали у нас, знаете, как вот в Казани. Да, я помню, в Казани такие большие блины делали. Ой, это было вообще вкусно. Очень-очень. Вот сейчас буду вот этот драить вовсю. Там у меня нету этого. Как это? Металлический такой должен быть, да? Но у меня его нету. Ой, уже асар. А мы все здесь стоим. Азан читает. А, ну-ка, ну-ка. Вот с луком вот так получается, а как, а больше никак. Не знаю, что-то не то Маша натворила. Ну ладно, ничего. Никто не видит, сама съем. А, надо было лучок очень мелко нарезать. Вот в чем проблема. Да, теперь поняла. Это что за такое?
Не круглое, не квадратное, никакое. Да что это такое? Боже мой. Ну-ка, давайте исправляйтесь, мои красавцы. Лук надо было сильно мелко нарезать. Вот. Вот в чем проблема. Ну ладно. В следующий раз буду знать. Крупненько получилось, видать. Да. Прям надо было мелко-мелко его. То есть тонко-тонко сделать. А, Суан Верас Индио мало вещь. Он и парке тыки. Чё где чё? Там, сон ракеты я пару тебя. Лучком запахло. Вот реально с луком вкусно это дело. Главное, чтобы немного сахара было. А то сладкий с луком, ну вообще. Рукодельница Маша, куда бы деться? Вот надо прогенералить. Везде надо прогенералить, девчонки. Прям вот прям надо. Байрам. Надо было мне окна выйти с той стороны помыть. С той стороны у меня так просто. Вы же знаете, у меня там терраса, да? Встал на террасу и мой себе. А если был бы шлак, было бы вообще шикардос, да? Шлак со шланком раз-раз. А потом протерла на сухую. Вот. Ой, на Байрам. Что будем делать на Байрам? Но вы знаете, что здесь такого нету, как у нас там. Поэтому не знаю. Ну что, давайте увидимся, мои дорогие. Кёрыщурюс. Нас СМС, мои дорогие, всем привет. Ассорти и красная. Кырмызы, my dear, hello. Кырмызы ve ассорти тебешерля. İsmilerini bilmiyorum. Девчонки, в общем, хочу как-то вот так поесть. My dear, hello, red clay and chalk ассорти. Угу. Хочет тоже там побыть. Супер.
Кармазе. Объявление. Просто обалденный вкус. Топрак толстый. Чукзяль, мухтишам. Кырмызы. Супер. Есіңіз, есіңіз. Еңіз келео. Өйле бе. Яғлы, гүзель. Яны тады бар. Топрак толст. Очень вкусно. Сочетание супер. Тут у меня был и какой-то краматорский был последний уже кусок. До этого тоже что-то из ассорти было. Вот. Спасибо большое. Люблю, целую. Подписывайтесь, ставьте лайки. Bye-bye, my dear. Thank you. Так, пчелоробчок, ты шекередером. И пером севером. Bye-bye. Привет, мои дорогие. Как у вас дела? Так, пчелором, мерабалар, насусанус. My dear, hello. Ассорти. Ассорти. В общем, куча ассорти собралась. Хочу поесть. Пилины Белгород здесь не нашла. Пилины Белгород была мадам Малисов Питте. А мочу костером. А еще мне бонни не джаз.
Ассорти. Супер. Супер пыльный, сухой. Такой вкусный.